Так, всем привет! Сегодня приехал в гости покопать на Гарикова сотки. Он меня пригласил на коп, так что копаем вместе с Гариком. Где он там? В тумане. Видите, сегодня такой туман. Ну, копаем. Ищем новые места. Проверяем старые. Пока что лезут одни буратосы. Ну, Йорика нашел Гарик этот, шведы, монетку. Сколько она? Три у Йори или сколько там? Один, да? Это с коронами? Да. Ну да, вот, ну я такие, видели у меня, наверное, видео мое. А я пока что вот конинку нашел интересную, ну и буратосы, давайте покажу вам. Ну вот, смотрите, достаточно такая интересная, не рядовая, можно так сказать. Обычно они такие гладкие, в виде всяких там пластинок, круглых накладок, а тут вот прямо цветок какой-то. Вот, ну и вот здесь вот крепилось. Так что ищем. Вот, уже стало как-то более прохладно. Осень, наверное, тоже скоро уже закончится. Так что пожелайте нам удачи. Ну что, есть какие-нибудь звуки? Ну, значит, будем искать. Находка. Гарик открыл счет. Где? О, какая красивенькая. И в сохране. Давай, фокусируйся. О, 1897 года. Это Николай II, да, она вторая. Ну, будем искать, значит. Так, наконец-то у меня какой-то более-менее подходящий сигнал. Сейчас буду копать. Давайте посмотрю еще раз. Немножко РВ есть такой протяжный. Это говорит о том, что, скорее всего, не монета. Ну, проверим. Посмотрим, что тут у нас спрятано. Хожу на 15-й частоте с надеждой найти какое-нибудь древнее серебро. Посмотрим. Выкопал. Что-то крупное. Ну что, откопали? Что-то откопали. И, блин, видите, это казалось пробка вообще алюминия обгорелая. Ну-ка, проверим на всякий случай ямку. Да, в общем, фигня. Короче, Гарик тут визуально, ну как визуально, сигналом, смотрите, какую красоту нашел. Крестик клиновидный, оба-на, старый. Это где-то получается, думаю, 16 век, а может быть и раньше. На, посмотри. Обалденный, да? Класс. Наверху. Шестнашка, да. Да, вещь. Вот так вот. Это мы на новое место переехали сейчас. И вот первая находка у этого человека. Поздравляю, на, держи. Опа. Ну вот, как бы находка. Гарик говорит, что топорик. Не буду с ним обломанный. Спорить, обломанный, да, привесочка, ну, как бы похоже, оловянистая бронза, вот тут какой-то узор. Точно или шутишь надо мной? Ладно, в общем, подписчики, кто что думает. Я как-то сомнительный к этому делу, не находил такие. Ну, в любом случае, находка. Так, ходил я грустный, вот. Гарик крестик нашел, думаю, мне бы тоже найти. И вот, пожалуйста, как говорится, мысли материализуются. Старый достаточно крестик тоже уже. Ну, тоже такой, наверное, по 16 веку. Я, в принципе, сразу так и для себя решил. Пойду там, похожу, покружусь, где Гарик свой нашел. Где-то там и мой лежит. Ну, будем ходить здесь дальше. Что-нибудь, я думаю, да достойное тут найдем.
Так, смотрите, первая монета на этом месте моя. Так, первая монеточка. Видите, сохранка вот хорошая. Это грош август, который толстый. Сакс или саксонис. Ничего такая. Ну вот, первая монета на этом месте, можно так сказать. И вот такой. Гарика находки пока что. Думаю, еще мы найдем. Это, скорее всего, тоже фибула такая закрученная. И крестик, конечно, красота. А, держи сейчас я крестик еще отдельно. Крестик вообще класс. И целый. Главное, что... Очень хороший сигнал. Сейчас будем копать. Я думаю, что это монета. Сейчас посмотрим. Так. Аж надо, еще не откопал. Ладно. Я уже ее вижу. Вот она. Сейчас сниму рукавицу. Опа! И что это у нас? И это у нас какая-то крестинка. Но она, конечно, похожа на буратос. А может, буратинка все-таки, да. Да, буратинка. Итак, уже собрался копать, а она на самой поверхности лежит. Вот моя первая сегодняшняя крестиночка. Вот. Такая вот тоненькая, приятная монетка. Непонятно, кто это. Что это, но... Белон, низкопробное серебро. Смотрите, какую классную монету я нашел. Оба-на! Итак, смотрим, видите, какая классная монеточка. Маленькая, ну, размером с чешую. И это, скорее всего, динарик Александра Ягеллончика. Вот. Сигналила, как этот, от, как это, язычок от пробки. Вообще, как бы, если бы не знал, что такие сигналы копать не надо, то и не копал бы. Видите, орел с этой стороны. Но она такая чуть погнутая, жалко, что, но... Класс! В общем, позвал Гарика. Гарик сразу в мою сторону. Будем искать. Александр Ягеллончик! Так что место старое, будем ходить. Ну да. Давайте вам покажу обстановочку. Там... Трактор пашет, вот это развалины древней мельницы, на которую приезжали муку молоть. Ну, всем известное место, в принципе, кто копает давно. Нашли старинный ключ от сундука, осталось найти сундук, да? Вот. Ну да, классный такой для антуража, зачистить в рамочку. Старый, да? Берем. Ну, конечно, такое мы берем. Так, у меня еще один динарик, что меня радует. Этот уже, видите, не помятый. Надо будет почистить его, правда, дома. Вот, тоже Александр Ягеллончик. Это вот где-то 1500 год. 500 с копейками там. Вот такая вот монеточка. Очень меня порадовала. Чигарик покидает меня, он сдался. Вот, а я еще покажу. Короче, срочно его там вызвали куда-то. Так что сейчас покажу его находки, что он тут. О, нифига себе, ты столько много наколупал. Ты сегодня рекордсмен, мне кажется. О, покажи, что это. Советики, да? Ну, такое, да. Самый зачетный у тебя крестик, да? Получается. Этот. Ты его отдельно, да, в карман даже спрятал.
А, ну да, здорово. Да, а, что это такое? Покажи. А, вот такая пуговица? Ну да, дайте. Покажу. Он пугу тут еще нашел. Так, блин. Не фокусируется вообще сейчас. А, вот. Видите, это, короче, пуговица кого? Охотничья, да, получается, или как? Вот такая, ничего. Олень какой-то бежит. Ага. Ну вот такая вот. С оленем. А это и крестик, да? А это что такое? А, ну да. Это он нашел этот. Как его? Шведы, да? Одиноре. 1724. Ну да, такая тоже хорошая монета. Ну, ты хоть копом доволен? Нормально. Нормально, да? Не расстроился. Я-то еще похожу, может, еще что-нибудь дерну. Ясно. Ну все тогда. Давай. Собирайся.